Русское слово «место» соответствует двум английским словам «site» и «place». «Site» — это строительная площадка, место, которое нужно дополнить, достроить, заполнить новыми объектами, и только тогда оно приобретет завершенность. «Place» — это место готовое, застроенное, которое нужно не дополнять, а принимать, как оно есть, и воспроизводить. Сайт требует конструирования, а place — воспроизведения, репрезентации. Идеальными соответствиями этих двух слов по-русски будут слова «площь», «площадка» и «площадь». Строительная площадка, но площадь, заполненная памятниками. Поэтому, когда мы говорим об искусстве, связанном с местом, искусство, которое воспроизводит место или работает с местностью, нужно уточнять, какое из двух значений слова мы имеем в виду. Не следует забывать, что слово place еще имеет культурную память, common place, общее место, locus communis, или topos по-гречески. То есть мысль сложная, но при этом вполне реализованная, вполне общепризнанная и поэтому воспроизводимая. Общее место — это не столько то, что всем известно, сколько то, что нашло свою форму, выражение и содержание. И теперь может передаваться как завершенное достояние. Поэтому, если мы говорим об искусстве в смысле сайт, искусство, которое достраивает ландшафты, лучше говорить искусство на месте, искусство на местности, чтобы подчеркивать это разворачивание на местности, эту возможность развернуть, как разворачивают строительство или армию. Если мы говорим об искусстве в смысле place, а не site, лучше говорить искусство места или искусство мест, употребляя слово во множественном числе. Множественное число поможет подчеркнуть эту идею воспроизводимости и повторной репрезентации.